Здравствуйте, с вами я, Килка806, и это мое прохождение игры GTA Vice City Stories. Да, сейчас мы появимся в игре. Вот и игра. Отвлекся, увы, на один звонок, старые друзья звонили. Так что у нас времени мало. Наконец-то появился Брайан Фёрст, чему я дико рад. Давай быстрее. Это такая фиговая тачка, но я радуюсь ей, что она очень редко заносится. Но ей управлять надо уметь и все. Сейчас она занесет, я думаю. Нет, не занесло. Хорошая шина у тачки. Так, это какой у нас город? Какой? Ё-моё! Так, понятно, что второй. Ну, не то, что даже второй, а остров морской звезды. Богатый домик. Не знаю, сколько до конца всей игры не проходил. В принципе, я прохожу игру, дохожу до второго уровня. Мы все рады! Появился Брайнфёрст! И у меня хупер-кам. Дайте настройки, параметры для хупер-кам. Рано завернул. Типа царапал тачку, вот фигня. Совсем немного, но поцарапал, он стоил 3 евро. Три ойра стоило. Я банкрот. Я не смогу я потерять. Знаете, что я узнал? Только что. У них начинает ехать не задние колеса, а передние. О. Вот мы заезжаем к парню в гости. Воровать. Ворованное дело. Я первые деньги считаю. Первые. Значит, ты век. А ты лох. Вайс, большой город. Эта фигня может быть у многих людей. Это Ганалис. Ты знаешь, у какого. Следи за стрип-клубом. Так, это в какой нам город? Понятно, во второе. Туда, во вперед. Как я и знал, что нам во второй. На гепарде погнали. Хотя бы музыку включил. 200 миллиардов центов! Даже мили центов! Я потратил их ради того, чтобы ее разбить. Ах ты! Собака. Ес. Думаешь, Диазен... Чувак, Диаз бизнесмен. Отлично, но есть одно но. Естественно, у нас машину надо будет поменять. А лучше ее не меняя, а даже изменить ее немножко. То, что я сейчас и сделаю, потрачу свою сотку баксов. Парень, ты что так далеко вход построил? Просто я не хочу кодами сегодня пользоваться. Отлично, спасибо. Но все равно он дал мне этот цвет галимый. Ой, пушка. Почему мы еще не на месте? Потому что мы решили перекраситься. Чтобы не взлететь туда. Говно! Вот ненавижу, за что эта машина. Она дико заносится. Разве не знаешь, куда мне надо ехать? Фак. Отлично. Будьте настороже, если видишь кого-то из людей Ганель, зови. Прямо вон там один чувак, я могу иногда сам себе помогать. Тоже. Короче, вот за ним надо вроде. Иди за человеком Ганель, да. Ну что, сейчас проверим. Иди за человеком.
Держи дистанцию или стреляй в бандита. Переезд на красный свет. Мы сейчас уже зеленый. Новость? Нет, где у нас Ньюс? Обычно Ньюс на ВКПР. Он прибавил немного скорость. Понял, что за ним наблюдают. Ну, ненавижу слежки, они долгие. Что-то я не увидел у Брайана, потому что 5 эпизодов и только 3 пока. Отлично. Что произошло? Он вышел из машины, следи за ним. Он был другой, когда выходил, видели? Залезай в тот же скайп и лежай, езжай за человеком. Гонозаю, перезадам. И он без нас идет? Он идет без нас. Оставили Лансу там. Чуть-чуть мы затеряем. Вон он, наверное, поближе. И как мы его спугнем? Спонсор может тоже там. Этот гад прибавил скорость. Мы его догоним на повороте, если. Сейчас будет турун-турун-турун-турун-турун-турун. Сейчас будет. Или может после этого. А, нет. А мы ее пропустим. Вот, видите, Рен другой, видите? Как-то интересно, правда? Наверное, это его место. Продукт спрятан в той лодке. Следи за охранниками. Забирайся в ту лодку. Охранник меня заметил. Круто, мы за ним пистом. О, щит! Вот гадно. Валим, короче, к той лодке бегу. Отвезти нужно теорию. Чёрт! Стреляем мы. Простите, парни, я всё-таки набрал код. Ну, один раз ничего страшного. Мы теперь сваливаем. В такую фиговую лодку надо было ее положить, да? Медленно и дико. Нас что-то не преследуют. Да. Есть читер. Ой, простите, что зеваю. Ну, устал. Дико, поздно уже. Миссия пройдена, миссия пройдена.
А сейчас я погоню сохраняться. И поедем на это побыстрее. Гам. Так. Ах, черт! Да фак вас эти полы из дополы. Короче, мы не успеем доехать до дома и сохраниться с вами. Что уже идет 44 секунды. Ну, доехать до дома все же успели. Ладно. Увидимся с вами в моих следующих прохождениях игры на PSP. Пока.